Москву был тяжелый, конечно же, потому что мы приехали из Воронежа, мы там выиграли две игры, причем играли в очко в очко. Это уже сегодня четвертая игра у нас. Вот на выезде всегда, конечно, играть тяжелее, чем дома. И команда «Глория» очень хороший бой дает каждый раз. Девчонки молодые, все амбициозные. Тяжело с ними играть. Проявляют вообще спортивный характер такой очень хороший. Интересная команда.